В Новосибирске прокуратура проверяет снегоплавильные станции, уже измерен уровень шума и их общей загазованности. Кроме того, были взяты пробы отработанной воды, чтобы проверить концентрацию вредных веществ в сливах. Если негативное воздействие подтвердится, то прокуратура может возбудить дело об административном правонарушении и временно приостановить работу станции. Ранее на территории Новосибирска было обнаружено 6 незаконных снегоотвалов.